Умение доводить дело до нужного завершения – первый принцип этого человека. Звук «к» в имени твердый и колкий при звучании настораживает, вызывает напряжение. Человеку с буквы «к» в имени всегда присуща загадочность. Он может тайно иметь хобби и не желать, чтобы об этом знали, и наделен способностью хранить чужие секреты. Владельцы этого имени подходят ко всему практически, что позволяет легко достигать различных задач. Основная буква «а» в этом имени хорошо сочетается с другими звуками и не создает сложности в произношении. Поэтому у владельца не составит труда найти много друзей. Просто иногда им лень найти новых друзей, так как они уверены, что по первому щелчку могут собрать большую компанию. Наделяет скромностью и умением устраивать свои дела по-тихому. Человек с буквой «ш» в имени имеет развитое чувство юмора. Иногда у этих людей не может быть своих идеалов, и они могут быть слишком мелочны. В любви предпочитает комфорт и старается предугадывать желания партнера. Люди, которые имеют букву «Р» в имени, обладают большой силой и храбростью, но также им свойственна небрежность. Значение буквы «А» в этом имени символизирует обновление, ежедневное возрождение в самом широком смысле. Владельцы этого имени обладают и творческим началом, при этом процесс создания связан с четким планированием. Буква «Р» наделяет их оптимизмом, поэтому при неудачах они не падают духом и готовы к новым совершениям. Если владельцы этого имени имеют веру, то она базируется на расчете и практичности. Рай достигается не ради творения добра и помощи другим людям, а ради получения выгоды для себя. Если присутствует первая буква алфавита в этом имени, то оно постоянно будет стремиться к физическому и духовному равновесию. Дорогой друг, поставь лайк под видео и подпишись на канал. Мы зависим от твоей помощи.